Купуючи феєрверк, ми хочемо створити свято для своїх близьких і часто ставимося до салюту легковажно, забуваючи про елементарні правила безпеки. Між тим, більшість нещасних випадків трапляються саме внаслідок порушення цих правил. Если соблюдать все правила техники безопасности, несчастного случая быть не может, если он сертифицированный, качественный и изготовлен по всем тех условиям. Несчастные случаи бывают чаще тогда, когда люди совершенно не понимают, что они делают. Продавці фейерверків можуть розповісти чимало історій, як трагічних, так і таких, де нещастя вдалося уникнути дивом. У мене на глазах папа бере велику коробку фейерверка, достатньо велику коробку фейерверка, встановлює її на 36 вистрілів, встановлює її на лавочці, поджигає, відходить в сторону з двома дітьми, одному дитину года 3, второму дитину 10 років, відходить буквально на 10 метрів, хоча на будь-якому фейерверку написано «Розстояння безпечне 25-30 метрів». Лавочка шаткая, два выстрела идут вверх, потом идет детонация, и этот фейерверк падает на бок. Слава Богу, что он упал в сторону от зрителей. Насправді, убезпечитися від подібних казусів можна, пам'ятаючи кілька нехитрих правил. Насамперед, важливо правильно встановити фейерверк. Фейерверк має встановлювати на горизонтальній поверхності, на плоскій, не шатко. Якщо видно, що діаметр фейерверка великий, а коробка мала і не тяжела, то ще желательно зажати її або кирпичами, або поставити бортику, якимось утяжеленням зажати, щоб при детонації не було падіння фейерверка. Будь-який фейерверк розрахований на висоту вистрілу від 10 до 50 метрів. Залежить ця висота від діаметру трубки. Кожен сантиметр діаметру відповідає 10 метрам. Тому друге важливе правило – встановлювати салютну установку слід лише на відкритій території. Фейерверки бывают вертикального взлета, бывают веерного взлета, бывают вообще фейерверки колесо. Вот веерный взлет, он не будет вертикально лететь, он будет лететь под углом, и поэтому надо просчитывать траекторию. Вот вылет 30 метров и плюс еще угол 45 градусов, поэтому чтобы на определенном расстоянии по траектории полета вылетов, чтобы не было никаких препятствий там из серии деревьев, балконов, форточек на кухнях открытых или окон, куда могут залететь такого рода фейерверки. А если фейерверк вертикального вылета, то расстояние 20 метров, 25, на всех фейерверках пишут 30, желательно, конечно, 30. В принципе, безопасно. Невеликий розмір фейерверка – не запорука його безпечності. Маленькі установки теж можуть наробити великого лиха. Вот, допустим, вот такой фейерверк называется «Блиц». У него диаметр вылета, диаметр получается 3 сантиметра, поэтому он очень мощный. Вылет у него идет до 30 метров. И при выстреле он детонирует, и направление выстрела может идти горизонтально земле, то есть расстрелять любых людей, которые находятся рядом. Поэтому такой фейерверк желательно, либо вы ставите возле бортика и прижимаете каким-то, или кирпичом, или камешком каким-то, либо между двумя камнями прижимаете или двумя кирпичами. То есть его желательно зажимать. Он очень детонирует из-за мощности, из-за своей. 90% усіх неприємностей з фейерверками припадає саме на них. Тому, наприклад, в Україні заборонено не лише продавати їх неповнолітнім, а й введено обмеження щодо використання. Деякі заходи безпеки вжито й в Обухові. Хоча інколи добрі дорослі роблять малечі ведмежі послуги. Если взрослые, у вас дети просят, купите мне фейерверк, чужие дети, которых вы не знаете, поймите, что за несчастный случай с этими детьми отвечать будете вы. Потому что у детей зачастую не хватает просто разума просчитать все те неприятности, которые могут быть. Фейерверк – это очень красиво, но это опасно. Точно так же, как нож. Мы им режем хлеб, но в руках неумного человека это страшное оружие. Машина – это наш помощник, но в руках водителя, который не умеет водить машину, это опасное оружие. Точно так же и фейерверки. Якщо ж раптом щось пішло не так, слід чітко знати, що робити з несправним фейерверком. Он выстрелил до половины. Изначально в хорошего качества фейерверку не будет стрелять до половины, вот половина часть. Вы ждете какой-то там 3-5 минут подождали, после этого уже можно подходить к фейерверку, понятно, что он дальше стрелять не будет. И оставшуюся часть просто замачиваете в ведре, просто полили водой, вы этим фейерверк нейтрализовали. У сертифікованого товару збої трапляються нечасто, тому й купувати вогняне диво краще в магазині, а не на ринку. Адже зекономивши пару гривень, можете поплатитися життям. Лілія Рагуцька, Олексій Козир, студія БАРТ, Українка.